Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу Хуката. Еще раз убеждаемся в том, что в Торе есть все. О мире, о войне, о жизни, о чем хотите. Наше время очень похоже на то время, которое, когда вот тоже поколение выхода из Египта, и наше поколение, испытания постоянные, войны. В такое время очень сложно найти правильную позицию. Ведь всегда кто-то считает, что он прав на 100%. В любом споре, в любом конфликте, в любом войне есть абсолютно правы, есть абсолютно виноваты. Многим защищающим как бы одной из сторон абсолютно ясно, что истина на его стороне. И люди начинают подталкивать конфликт, подталкивать войну, потому что она справедливая в его глазах. Немножко другое рассказывается в нашей недельной главе. Было три действительно таких великих человека в нашем народе в это время. Мирьям, и благодаря ей пришел колодец с водой. Моше, благодаря ему падал ман. И Аарон, благодаря которому появились облака славы. В описании реакции народа на уход из мира этих трех пастырей есть очень странная вещь. После смерти Аарона написано, и оплакивали они Аарона 30 дней, весь дом Израиля написано. И мужчины, и женщины, говорил Раши. А когда умер Моше, сказано, что великий Моше, да? Сказано, и оплакивали сыны Израиля Моше на равнинах 30 дней. Раши говорит, что раз здесь не сказано весь дом, а только сыны Израиля, значит, смерть Моше оплакивали мужчины, да и то не все. Написал Любавичский Рэбби, не написано все сыны Израиля. Как так могло произойти? Моше Рабейну 40 лет давал им пропитание в пустыне. Да? Великий человек, который вел их вперед. Однако, когда он умер, не весь народ оплакивал, а только мужчины. Мирьям давала им воду. Вода это главное для жизни. Можно без еды обойтись немного, но без воды ничего. И тем не менее написано, что при всем этом ее даже не особо кто-то описывается, оплакивали. Умерла, жизнь идет, похоронили и все. В то же время про Аарона, заслугу которого были даны облака, плакал весь народ. Логично было все по-другому, наверное. Нам так кажется. Мирьям, Моше, все, потому что благодаря им народ мог удовлетворять свои жизненные потребности. А Аарон заботился об их чести, о облаках славы. Они должны были оплакивать тех, для кого важна честь народа была. Но поскольку, говорят мудрецы, вот здесь надо вдуматься, но поскольку Аарон единственный человек, у которого явно было выделено добродетель стремиться к миру и восстанавливать любовь и расположение между враждующими сторонами, то Тора придает особое значение уходу Аарона из этого мира, указывая точную дату его смерти, хотя не делает это ни для одного другого человека. И это открывает перед нами интереснейшее свойство человеческой природы. Вы даете человеку воду, еду, спасаете ему жизнь. Это не гарантия, что он вас запомнит. Может да, может нет. Но человек, которому вы скажете доброе слово, где вы проявите искреннее участие. И главное, там, где вы в какой-то семье или в каком-то конфликте установите мир, вы великий человек. Вас запомнят, и ваши слова будут навечно. Человек, работающий на Бога, написали мудрецы, обязан стремиться к миру. Иначе может оказаться, что при всей кажущейся из такого благородства работает он совсем не на того. Сочувствие, сострадание такое может проявить каждый. Этому мы учимся у первосвященника Аарона, великого миролюбца и великого миротворца. Сегодня в наши времена, может быть, не всегда принято там ратовать за мир и миротворчество, но Тора говорит иное. Но вообще, если говорить о войнах, там, то Тора дает рецепт победы в войне также. Написано, чем больше заниматься Торой, тем легче одержать победу над врагами. Самой значительной, самой легкой победой в истории была победа царя Хизкия. Он над войском Санхерива. Великий Санхерив, 2,5 миллиона солдат подошли. Взяли Иерусалим в осаду. Ночью они все погибли. Все. Что такое? Вышел ангел Бога и закончился. Сказал, написано Хизкияху, у меня нет сил ни убивать, ни преследовать, даже песни петь. Я буду спать в кровати, а ты, он молился, сражайся за нас. И что Бог ему сказал? Хорошо. Я выйду и буду сражаться за тебя. И написано, в ту ночь вышел ангел Божий и поразил ассирийский стан. Каждый, кто не изучает Тору, будет пронзен мечом, сказал царь Хизкияху. И благодаря этому, что такое сказал и такое сделал, удостоился победы над врагом. Написано, что проверили всех от Дана до Бершевы и не нашли ни одного невежественного человека. Надо больше изучать Тору, какой вывод мы делаем. Ну а еще второй вывод, уже совсем серьезный. В тяжелые времена стремление к миру не всегда просто, да? Но это обязательная задача человека, ищущего Бога. Все остальное от лукавого. Брахава от слаха.